Квестик на великана не забудьте взять. О, великан, да ну нахуй. А, сейчас будет великан. А. Ладно, окей. Оборона черепного вала? Да. Есть такой. А где взять этот квест? Слева вот, как слева внизу, пошел, слева стоит орк. А, в самом целка, да? Да-да, как зайдешь. А чё? Сейчас будет, вот он. А что это? Хорошо. Почините предмет от забанков еще, да? Нету там денег. Бля, так надо. Все за деньги, как гильдия. Да. Скинь кровные свои деньги. Что это такое? А это стриады. Я тут подглядываю за вами, смотрю, два места ссылка. Мага возьмете? 260. Заходи. Да, погнали, пойдем. О, плюс. Я вообще чат присунул, груд. Подглядывайте, не нюхают, поднюхивают за нами. Да я тоже тряпский. А чё белка? Такой лазучик. Почему не деревяшка? Я тоже заваливаю себе, у нас ещё место есть. Типа друид какой-то. А, отбой. Я уже у вас. Ну-ка. В рейде. О, это что, войт реализовывать Волонир сейчас будет, получается, или что? Ага. Да он в ретрике, блин, ты что гонишь? А, кикайте нахуй тогда. Отбой, КД у меня. Призвы есть. Пойдет? ДЦ Холли. Меня наебали. ДЦ Холли, прист. Может, из кого пойдем? Продекс, если бы мне тогда херово не было, и я не пошел спать, то я бы забрал бы этого непобедимого. Так что... Ракета. В общей черности. Я комета. Да. Грут, ракета. Что? Пойдет, я понял. Это там этот, как он, блядь, его называли там. Ну, я быстро учусь, мне типа пару раз прочитать. Короче, не знаешь, так и говорится, что ты. Да, не знаю. Ну, типа, мне достаточно много объяснить. Да, пускай идет в обычку, типа. Ну и так в обычке, блин. Ну так, блять, я ж про это и говорю. Пусть идет десятку обычку. Так что, и я в ДЦ, или второй прищит? А пусть трех сколько прыгает. О, там солнцепад бомжа с пулей. Я в ДЦ буду. Не дай бог, я в ДЦ, я в рейде, я иду в ДЦ. Чё? Новая хулика. Всё, наверное, убьём вот этих мобов слева-справа, а то они потом нам комбат повешат. Чё-то где-то вы меня наебали. А заберу вам. Где квест? Ты, наверное, в Гере сделал. В Гере делал. Кое-что. А на кого квест? На великана? А, мы же на великана квест в Гере так, делали. То на а, мы в Гере, да. В Гере, да, сделали шлеп. Да, не знаю. Бля, а чё я тогда на хэппелло зашёл бы, квестик залутал бы. Ну так, заходи, залутай. Я сделал квест в Гере, уют в Гера. Вот так, я ему пояс отдал, а он ещё... Не пошел в целка. Ой, там Святос хочет сделать квест на шеем. Ой, назад. Я один танк. Не один, не... Подожди, а, вот здесь. Я гамазику, значит, пояс отдал, он ноет вечно. Какой танковский ты мазал? Угу. Можно, пожалуйста, это, ну, разбить коконы? Пожалуйста. Спасибо. Вас не срывают. Чем
Это у кого-то эта хуйня или у меня в голове? У тебя в голове. У тебя шиза. Да у меня фон какой-то ебашит, как будто телек. Ну, есть, на этом плане. Слава, Дикон шизанулся. Слав, посоветуй ему психолога. Завтра тогда, Слава, выходной, да? Да, получается. В смысле? А как же Джайна? Я уже напланировал себе на завтра. Но завтра не будет full day. Это уже сегодня до конца все выяснилось. Две ловушки рядом. Две ловушки. Ловушки же взрываются. Ваша красава, красава. Один хуй не помогло, да? Он бдилку на меня кинул. Я под бдилкой у него сорвал. Ну так, у него там он обновился. Хочу бич в танке. Эти бич. Да пусть будет. Я сейчас скоро отвалюсь. Он рыба хавает. Где притон? Его. Вадик, он 200 СПД проебал. Сейчас точно отъедет. 200? Многовато, кстати. В рейнд 200. Да, вот сейчас подфлорит бафа. А у тебя, наверное, меньше. Этого Зандалара нету? В пати? Сейчас скажу. Да, нету. Ну вот тебе будет где-то 150. Ну все равно довольно-таки ощутимо. Хотя, я думаю, чистый... Увеличение наносимого дамага перебьет. Где притон? Что-нибудь писал? Он отошел в био, написал. Главное, чтобы на него не чаргнулся. Так он здесь, по-моему, в комнате. Синхан, как дела? Можете лучше водить. Bone Storm cast. Беги, малыш!
Bone Spike cast. Ты льешь лужи прямо на рейд, Синхан, ты видишь это? Зор, за рейдом не бегай, слева или право от рейда. Гоша, без таунда. Витя, есть поиск? Там босса уже добили, нахрена тебе? Ну чё, поясточку под конец. Войт, у тебя сейчас этот типа ГПР сдача. Это ты сделай себе распылить, блять, там еще что-нибудь закладывать. Ну, кстати, на сове, по-моему, было. Нет, это я себе настроил. А это ты раздавал? Я раздавал. Быстро. Потому что у тебя фон был. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Не бейте, где помощник. Мили. Милики к помощникам не подходят. Я говорю, что ты нахера как вы делаешь? Кого делаю? Подсираешь. Как угрызть? Как уделаешь? Я сагрил, ты видел, как я двух мобов сагрил даже? Да я видел, как они с тебя в рейд пошли. Я подлетел, что-то на чарджи, дал мастаунт и забрал их обратно, да, что не надо грязя. Твоя машина, а это ты не шаришь. Я видел, как с этой машины весь трэш в рейд пошел. Ну, конечно, в 2T5, в 4T5, конечно, нет, чё, блин. Ляночка, с рейда отойди.
Че, Гро у меня пиздит. Хайдер тел. Дайте баф. Инту приста, дайте прис. Подними бича. А контроль будет. С того же, да? Не ссы, не умрешь. Спел. Это ты ему-то еще раз. Я сбросил КД тоже. Spirits. 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 Баешечка. Баешечка. Осколок. Поднимите меня, пожалуйста, осколок полутать. Через. Спасибо. По 25 я послал там же. Слава. Все, все нормально. Все хорошо, говорит Слава. Все нормально, все хорошо. Ладно, давайте, всем удачи. Давай. Слева. Спасибо, Костя. И тебе. Продукт СПС-ка далась? Да.
Соломанович, ветерком пользуйся. Мы великана будем слово бить, нет? Да. Да, конечно. Да или нет? Да, да, да. Умер. Умер. Не идти. Так все тут, по-моему. А притон где? Не-не-не. А, подождите, стойте, стойте, поставьте шкаф, сумоните моего хулипала, моего сына, я квестик сделаю. Бля, ну это долго, типа. А. Ну, блядь, надо, все. А вдруг, нахуй, еще одна боешка, блядь, это... А Славе похуй, он побежал. Слав, ты куда, Слава? Поехали. Понял, ладно. Похуй. Спасибо, Слав. Действительно, хули, блядь. К танку подойдите, чтобы скинуть яд. А, ну понял. Да, бля. Где Заломаныч? Да он свою один одинёхненький. Он сейчас не высоко, да, начал подбрасывать? Раньше выше вроде кидал. Ну да. Из Вова, из мира выкидывал. Да, хороший бензинки. Чтоб он сразу на реча выкидывал. После гурки сдаем. Ну тебе, Слава, боешка не выпала, понял? Наоборот, если выпадет, себе проси. Перед сурком сдадите. После, после сурка. А, ну или после. Сила и честь. Слава, покажи, где стоять, чтобы хилить танка. Я. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Рудекс на сурке, да, Шамка? Да. Спасибо. Ты и так уже два босса сымка бьешь. Я видел, да, спасибо. Нет, она просто не успела добежать. Че, у нас два хила мертвы, да? 5, 4, 3, 2, 1. Вода им налетай туда. А, она чуму умерла чумой. Ну, посмотрим, не знаю. Опа. Я почилю пока здесь. Короче, я залетел. Ты уже согрел бронзобороду, да? Да.
Лагает. Повисла. Лагает. Хуёк, дрись. Второй тут вышел. 30. Улетели вроде все. Полетел. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Пехота, сержанты, бой, оружейники, огонь. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Зарядитесь один раз. Альянс повержен. Вперед! К королю лечу! Гоша, счеты нормально на ДЦ? Ну, первое время пойдет, потом все менять их надо. Ну, за неимением лучшего. Ну да, конечно, хоть делать. На Энха норм? Плащ. На Энха, да, бисовый. Ну, привет. Я взял такой плащ. Верочки будет бисовым, да. Ну так бери. Да я не знаю, кому он там улетел. Святоса. Нас хила не хватает, да? А, Святос фурики, да? Ну типа в Т5 хаста нужна фурика. Mm-hmm. Витя, а как долго кдшится? ПС-ка минут 1.6. Понял. Wow. Как это? Так. У нас один ДЦ. ПС-ку может только ДЦ-шник кидать? Да. Да. Ну, Холик, можете крыль накинуть, чтобы не сдох. Значит, это не поможет. Так, Сагра, поаккуратней. На пула нет. Плохо, что на пула нету. Гоша, а ты чё распиздился? Ты забыл, как каша пахнет, нахуй, или чё, блядь?
забей. Я же понял, как ты подыхаешь, ты кашляешь. Да, Саня. Чего, блядь? Ты пьяный, нахуй? Немножко. Давай, Лёха, 3 секунды, не бью босса. АДК, кулак, дайте. Сальво продукт. Леску через 5 секунд можно? Можно сейчас. Забирай. ТПС. Я уже дал. Две забой дал. Хера, севодик он раз разгоняет, конечно. Бля, даже с ПС-ками нахуй, ну, настолько занерфили эту хуйню. Мы похороним тебя. Осколка нет. Подобает. На гранде, рядом с матерью и предками. А куда-то почта есть? Можешь куда-то почту ебануть? Я поставлю тебя перед боссом, ладно? Окей. Помните о чести, герои. Какой бы жестоко ни был. Это еще в этом довольно-таки. Не самых пиздатых пропах на том, когда было куда лучше пройти. Там было 88% солнцепад. Ты пиздец. Девку. Наблюдает за нами. Я думаю, может, Лема тоже до ЧЖ, блядь, переправить. Опк. Там в Т5 с Лемом до ЧЖ тоже вроде пиздатая тема. Не, не надо, блядь, задоваров нет. Да вы там не перестарайтесь. За ДЧЖ. За ЧЖ Бараса хули. А то там будет материться. Нет. Задовары это задоваров мало сильно.
Очень сильно бафает рейд. В смысле, кровавый хайп, что ли? Зандаларов тебе говорят. А, я сдала. Ну вот, хорошо. Их мало. Ахули, просто мне в Т5 там... Дочежа еще там тысячи две накинет. Я сегодня стало на одного зандалара меньше. Не, из приколов я вот до сих пор помню, когда на первое время играли на X3, там этим в гильдии одни коровы, блядь. Одни, так там не в гильдии, коровы. Там на сервере в мире одни коровы, ну, были. Да. Крит шанс и крит урон 2% там. Не, просто остальное. Аналоги были намного хуже. Намного. Типа, когда сейчас ты смотришь, типа, вроде и нэшки есть даже. Там, ну, в ПВПшнике, найтборны есть. А тогда не. Одни коровы, блядь. Стадо ебучее. Ты ЧЖ супер биз для кастеров, типа, прям, я не знаю. Он для всех, по-моему, ДДшников супер биз. Ну, кроме там, кто зависим от расы, типа, разбойников. Ну, да. Не, ну, понятно, что рогом, типа, бисов это найтборны, брать, но... И то там до поры до времени. После какой поры найтборны становятся не бисы, а разбойники? А после Т5, по-моему, они до ЧЖ тоже выбирают. Типа в Т6 или... Я не знаю, я же не играл. Не-не, только коты в Т5 идут, уходят с найтборнов. А что там Т5 энки дает просто овер дофига. А разбойники остаются все еще найтборными. Поэтому я думаю, блядь, может тоже себе дворф этого ебаного сделать на Элеме. А ты сейчас на ком? На Элеме. На Зандаларе. Я понимаю. Зандалар. Ну и все, ты должен остаться Зандаларом. Потому что их мало. И забиться в СПД не забудь. Ты будешь полезный. Ну забиться в СПД это тоже когда Т5 будет. А Т5... Ты сейчас забейся, пока ты Зандалар. Не, я сейчас не буду перебиваться в Т5. Ой, это в Т5, бля, господи. У меня камни под Т5 лежат. Ванечка на сове или у меня глюк? На сове. На сове, да. Я уже красный полиролик купил, чарки купил под Т5, осталось только шмотки выбить. Осталось только Т5 купить, да? Осталось только Т5 получить. Да не, все, ебал, я больше никому нахуй уступать куски не буду, блять. Кстати, Олег, когда Зандалар в кате, то теряется всего лишь 110 СПД. Сейчас проверил. Ну вот. Понял, Заломаныч, нельзя тебе пока уходить из Зандаларов. Да, и уступать тоже надо еще. Не-не-не, но... Тех, кто ниже по приору, я не уступлю, пускай все нахуй. Я только единственное, что Глеб уступил, и то потому что он попросился. Так, блядь. Там по ноже. Так, блядь, я ебал это Т4, нахуй. Ну, бит на водик, он что за кольцом бегать все равно придется. Я уже думал от него отказаться. Так, а что ты там такого насчитал, что тебе это кольцо жизненно необходимо? А, я без него не выйду, нам нужны кап крита с хорошей хостой и критом без сектантов. То есть, если это с головой? Да, это с головой Т-10. Т-10, не Т-5. Угу. Но ты понимаешь, что голову, когда поменяешь, снова придется меняться? А, я считал, даже когда голову, если взять Т-5, и с этим кольцом можно собрать очень интересную сборку. Как я обычно люблю. Я просто решил 20 раз перебирать сову. Я упертый человек. Ну, удачи тебе в твоих начинаниях. Но, сука, на это ебаное кольцо всем надо будет бегать за... Вот шо обидел. Вот что за кольцо тебе надо? Крит, хаст, меткость. 300 ты, которая дает селедки. Кстати, я думал тоже его спиздить себе. Без я него, то что я вообще как ни считал, не выходит на кап выйти. Надо и вторую сразу тогда раздифузить. Достал. Но с ним там просто понимаешь, как все красиво ходит. Ровно 263 меткости. Идеальный, сука, кап.
Я вам тоже что-то сделаю с капом меткости, у меня не докап сильный. Тут. А дайте каску инту, пожалуйста. Слав, ты водянка. Равист. А почему 263 меткости? Это хоть 9% типа? Нет, ровно 10. 263, а почему 10? Ну, 10. У тебя есть талант какой-то на этот? У него 4,3. Мы 7% меткости имеем. Да. Мы 3 даем рейду и 4 в талантах еще. Понял, понял. Слав, там Сетос хочет ШМ делать себе, ну, квест на ШМ сделать. Датчика скунт. Ну, халява, да, какая? От чего ты отказываешься, что у тебя кольцо меткость? Дайте варам каски, ебать мой хуй. Ты про какое кольцо? Ну ты говоришь, типа вот у меня сейчас сова 4-5 с головой, это 10-я, но у меня наоборот, у меня лишняя меткость. То есть при том, что у меня брас и ну, весь обвес крит хас, кроме кольца. Ну у меня, я просто пепельное сниму. А ты еще и пепельная на какой-то меня. А пепельная на крит хас того. Куда вернись, паладин, куда ты идешь? Либо с БС-ки, либо поначалу Солара поношу. Вы там стак хоть получили? Слева, ребята. Два стака. Опять охуенно. Работает. Можете сбегаться. Но... Как один, да? А, я не то посмотрел. У меня один. Ебать! Наебал всех. Да стояли. Одну смели вынести. Одну из мили. Выноси, ДД выноси. На танке вторая, по-моему. Да. Разница. Ну, спор не вынес. Лёг, как 8 будет, скажешь мне, хорошо? Берегитесь. Выбирай. Не сносите, просто бейте. Осколок. Распил. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Тоже на распил. Если никому не надо, тоже на распил. Иди ты с ним распылом, бляха. Распил хорошо ходить, это в этот ульду. Там по два падает. Ульду, да, там ульды нормально, блин. Насыпает. Чип. Что выбираешь? Босса или слизнюка? Как ты думаешь, что я хочу взять? А мне, кстати, кажется, что ему больше... А, ты угадал. Боже, да, ты его, как маньяк, блядь. Да, ты его, да. Ты выбираешь, пилу или нож?
Наверное, пилу, да, ты угадал. Маньяк ебучий, блин. Изолируйте его от общества, пожалуйста. Он и так дома изолированный сидит. Дай диман. Мушки по улице, там такой я. Да ты нахуй опасен для общества, блядь. По фрейм босса. Синий, что ты говорил, оказывался падающим. Ну, я тебя про что говорю? Опасен для общества, но... Мазохизм, понятие растяжимое. Хостовый. Но есть и отличный, но... Тоже Святос будет. ПСК как? Предание сил называется, да? Предание сил. А, понятно. Криты мало, да? Да, я одну дал еще, брат. Я просто временами не могу его почему-то отследить. Я сейчас в ТМВ его забью. Я на прошлом не давал тебе вообще. А, в разных странах стояли. Жадные, блядь, не дали нам паучков побить. Будущий танк спек. Вот тебе шмотка. Кстати, неплохая шмотка. Тело с меткостью. А что такое? Ждем ивент. Сейчас ворота откроют. Труд закрой. Вот. Молодец. Это что? Просто жуков нету. Мы стоим уже полминуты. Скажешь три раза, нахуй, я тебя комп вырублю. У нас пал тут не был. Удаленно, да?
Я понял. Только если красный тебя выберет, не стоит звездочки. Съебывай. Чип, иди. Да, убегать надо будет от красного, если он выберет тебя. Переход. Сейчас после фазы жди, пока выберет цель. Что? Это еще откуда? Берегитесь. Пельмени. Сейчас красный выходит. Беги, малышка, беги! Берегитесь. Пельмени. Зеленый. Красно вышел. Нам стопать не надо. Квеста выполнили, нет? На вкус как вишенка. Ой, извините. Один. Давай второй. Берегитесь. Два. Нас кто-то забирать будет? Да, это трех. Отводить. Что вы делаете? Thank you.
Portal cast. Похоже, у меня ничего не выйдет. Так, там времени 6 минут даются, нет? Или, Аня, это на Синдре 6, да? Хилов нету. Есть. Ну я не вижу. 1300. Оглушение аккуратно на танке. Дела. Слева достану одного. Ты серьезно сейчас? Нет. Что это? Опа, она врала. О, это кто такой? Не говори. Почти вешь треш на мне. Да, я вижу. Thank you.
Иванович, еще нужен почтовый ящик? Дайте разбафы, не начинай пока. Так, ну чё? Эйпичип, настал твой час. Я слегка из ДД? Хорошо. Нет, килисет на тебе. Оу, мне пизда. У тебя щит есть отражающий. А, ну да, точно. Ты побей его чуть-чуть, отведи. Ну или я разойдусь, короче, в правую сторону, ты в левую, чтобы старфосы не били. Да, с рывка три крита по нему и все, и уводи. Или так. 4, 3, 2, 1. Вылетаем куда? Что, поехали? 5, 4, 3, 2, 1. Сокру дал. Вон, сзади ядро. Да, оно не достанет уже. Не, я про у него говорю, сзади ядро. Сзади. Точечно килисета. А вообще не бейте, но. Kinetic spawn. И прольется. Насладитесь болью. Трепещите перед Долдораном смерти. Ибо сила сферы питает меня. Прольется. Кроме чаша полна. Kinetic spawn. Кинетик еще. Почему? Vortex near. Empower vortex spread out. Так удал. Помогите с кинетиком назад. Все готово уж. Как нахуй на хилах играть вообще? Объяснит мне кто-нибудь? Ну, я вот нихуя не вижу, просто нихуя. Кого не видишь? Рейд не видишь? Я по приборам двигаюсь нахуй, просто, блядь. Ну так и живем ведь. Ну как ты по приборам? Отдай кому-нибудь другому, я на ШП есть еще рулю. Ну все, ты после этого момента понял, что пора становиться ШП, да? Не, да объективно это сложно, пиздец. Заебись.
попробуй потанчи нахуй в одного. Так это уже, ты ж ДЦ, да? Так вот именно, что... Так а у тебя-то что сложно, у тебя там задача одна щитки кидай. Танк оглушение, аккуратно. Контрольте. Там долмотался? В смысле, что я вообще в ахуе, типа, я никогда не играл ни химами, ни танками, всю, всю жизнь я разбираю, что... Оглушение у танка. Типа, надо какое-то вуду нахуй. А ты на РДДшках без всяких вуду и тому подобного, да? Типа за этим всем следить надо, у вас всех не проебать. Еще и смотреть, что в тебя летит нахуй за говно. Да. А еще кастер босса отслеживать, еще всякую там фейлботу. Ну, этим все занимаются, просто у хилов ты еще отслеживаешь здоровье своих союзников. Еще манус он отслеживает, беги нахуй. Мана, вот отслеживать ману, это вообще, блядь, 0.1% из всего того, что. Ну, типа, надо. Просто ДЦ, у тебя же нет задачи, блядь, столбы подымать. Ты типа кидаешь свои щитки, вот твоя задача в рейде, и все, ну и исповедь. Ну, после 2-4, тебе поэтому сейчас сложно. У тебя было бы 4-4, не так сложно было бы. Там за тебя бы еще мультик остановили бы. Давай. Давайте тактику в студию. Бей его. Хватай ее. Хватай ее. Нужно подойти поближе. Передвинь вот паладина в эту пятую пати. Который хил. А это, видимо, у меня так. Ладно, да. Он говорит, что там уже в пятой пати 5 хилов. Я понял. А ты шестой. Слава, там Пасифея есть. Может, я возьму? Она уже в рейде. Сумоньте ее. Она уже присумоненная в рейде. Так, с пула не бить. 5 секунд. Так у нас на пол Пасифея появился. Ну все равно. У меня Т5 нет, так что агро немного. Ну и я не ДКшник. 5, 4, 3, 1. Сбегайтесь. Сейчас они будут. Пляночка. Да, понял. Не беги я от нас. Короче, я снова вылетел куда-то. Ты танк? Да. Слава. Танк поймает зеркало. Я взял.
Хорошо. Я подошел, кусай. Заебись, спасибо, блядь. Неаполитан оружие. ДК там выбежал? Нет, не выбежал. Понятно. Я, блядь, не увидел эту лужу под собой. Берегитесь. Я умер. Надо зеркало ловить кому-то. Меня Равис треснул. После сбитый здесь встаю. Вилаша вынеси. Босса на место ставлю. Сейчас тени будут. Леночка. Сбегитесь, тени сейчас будут. Керус. Осколок. Спасибо. Пожалуйста. Лагает, бля.
происходит здесь? Чё себе 495 гопов ебал? Я думал, подарок сделал себе. Не надо было говорить об этом. Да, после босса сразу. Мы же не пугарит. Ингрен, а ты шею до сих пор у тебя это с мастерами? Да, я ничего не пылю. Кому что надо, если что говорить. Я сейчас пробую. Если не нужно. Не-не. Только распылить. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. А, чтобы замечать, что там падает, тебе надо скачать ЕПГП Мастер Лут аддон. Здравствуй, здравствуй. Без символа, шаман. Репичип, давай ты справа. Окей. Так сделаем. Все, ты увидел? Представь тебе спектр.
Я думал, сегодня не попросишь. А, это у тебя серьга душевной медитации, да, так манку восполняет? Думал, прилив сил. Ну, блядь, такой, думаю, нихуя, стоит паладин, блядь, и хуячит. А во время боя можно ее юзать? Да. Она не является каким-то таким, типа, ну, типа вот там. Первым подавление убиваем. Suppressor spawned. Свечка слева, справа. Видите лужу по черепе кашники? Она слишком дорогая. Не знаю, это еще подумать даже. В портале нужно зеленые сферки собрать. Хорошо. Был в портале. А, в этот. Подавление. Давайте волдырного кова. Свечка. Давление. Suppressor spawned. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Свечка справа. Ботиночки нахапала. Так что-то. У меня ПВПшная. У меня есть крафтовый для тебя. Есть, конечно, есть ДС.
Опа, смертник полетел. Да. С перышком. А это паладин, да? Я по пути ему кинул. Ты, кстати, тоже можешь подвинуть на паладине. Сейчас я покажу. Он же осколки брал, у него КД. Тело такое, ладно, кому-нибудь надо? Это откуда, от кого? А, не помню, серебро что ли? Или следить?